У вас старый балкон, заменить или отремонтировать его поможет муниципальная программа развития жилищного строительства и сферы ЖКХ. Как она работает, об этом далее. Любоваться видами с балконов жители дома номер 3 по улице Гагарина не спешат. Трещины в основании бетонной плиты, облупленная краска на ржавых перилах. Возраст балконов более 50 лет. Балконы требуют ремонта, крошатся. Когда балкон был, были без крыши, часто жильцы дома жаловались, что дождь, лужи на балконе, заливают, прокапают ниже этажом. Хочется, чтобы люди ходили спокойно, и часть балконов с крыш на людей не падала. Падать ничего не будет, обещают в управлении жилфондом. Из 24 балконов ремонтируют 16. Другие жильцы починили своими силами. Строители укрепят плиты, заменят ограждения и остеклят балконы. На последних этажах установят козырьки. За качеством работ следят технадзор и специальная комиссия. Одно из главных условий муниципальной программы – софинансирование в размере 25% от общей суммы. Стоимость работ по этому дому порядка 1 000 000 рублей. Жильцы платят 25% от сметы. Один балкон примерно сколько? Один балкон с учетом софинансирования порядка 16-17 тысяч жильцов. Скоро такие же работы начнутся еще по 5 адресам. Чтобы в вашем доме отремонтировали балконы, необходимо составить протокол общего собрания жильцов и передать его в столичное управление жилфондом. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.